друзья, меня зовут Жанна, и я всех рада приветствовать на своем канале. На своем канале я рассказываю о своей жизни в Италии. В Италии я уже живу 18 лет. Я замужем, и живу я здесь со своей дочерью Миланой. А мужа моего зовут Массимо. А родом я, конечно, из России, из северной Осетии Алания, из города Владикавказа. У нас вот такая замечательная погода сегодня. Я хоть и встала против света, но все-таки мне захотелось именно здесь записать это коротенькое видео. Слышно даже, как поют птички. Очень теплая погода сегодня. Сегодня у меня особенный день. И именно сегодня, 6 февраля, уже год назад, я начала вести свой канал о своей жизни в Италии. То есть сегодня день рождения моего канала. И мне очень захотелось с вами поделиться этой радостью. Своей радостью, своими достижениями. Потому что именно благодаря вам я достигла этого. Для меня это действительно радость, потому что на самом деле было нелегко. Канал я свой создала в 2012 году, но именно решила снимать видео и загрузила первое видео именно 6 февраля. Но благодаря вам, мои дорогие зрители и подписчики моего канала, мне удалось это сделать. Только благодаря вам. За это вам огромное, простое человеческое спасибо. Мои дорогие девочки и мальчики, которые поддерживали и поддерживают меня до сих пор, огромное вам спасибо. Я вам очень благодарна. Ведь вы не только смотрите, тратите свое время, а потом еще тратите какую-то минутку, чтобы написать комментарий. И за это вам тоже отдельное спасибо. Потому что это для меня тоже очень важно. Также вы не забывайте поставить лайк под видео. И за это вам тоже спасибо. Ну а те, которые просто зашли на канал и посмотрели видео, и оно им понравилось, они еще и подписались на меня, на мой канал. Им отдельное спасибо. Надеюсь, они будут продолжать смотреть мои видео, которые им будут также нравиться. Вы знаете, я очень часто спускаюсь вниз по ленте до первого видео, до самого первого видео, где я делала первые слова и никак не могла записать эти 2 секунды, 2 минуты своих первых слов на камеру. Мой дрожащий голос, я сама вся тряслась. Ну, мне было, правда, очень тяжело. Страшно, не знаю сама, чего я боялась, ведь кроме меня это никто не видел, но мне было очень страшно. Поэтому я именно вот спускаюсь просто и посмотрю это видео, и берет такая гордость саму за себя, что я все-таки сделала, что я все-таки смогла и дошла до сегодняшнего дня, уже год. И на моем канале уже 160 видео. Ну, не знаю, это мало или много, но я иду вперед, и я просто счастлива тому, что я иду вперед. Как говорится, терпение и труд все перетрут, и у нас все получится. Поэтому, если кто-то что-то начинает, какие-то новые дела, я желаю вам всего самого наилучшего. Всего самого хорошего. Пусть у вас все получится. Все ваше задуманное. Пусть оно все исполнится. Будьте счастливы, мои дорогие. И спасибо вам еще раз. Ну пока, до новых встреч.